гашение пожара. Кто стоит шлангом в работе, так? Вот это 11 засобов, кто стоит шлангом в работе. То есть оно эффективно очень, там нормальный процесс, там качает, напор. Качает напор хороший. Там успевает. Вот это же, пан генерал, это в том и эффективнее, что уже 3000 гектаров догорает. А ты гілочки, я бы хлопці викопали, виламайте гілочки. Один, дві. Дожилися, президента заставили тушити. А що, що ти робиш? Розлітаємо. А де ж пожар? Міша, подивись, щоб в мене хвост не загорівся. Ні, краще йди. Це зможе вам загоряти. Куди ходити до дороги? Давайте. 3-4. Давайте быстрее. Включай передачу. Передачу нейтралку включи. Да нейтралка, и заводи. Давайте. Все. Коли вже в неї вогонь, вони одягають маски, одягають термо.